Привет, Карл. Намечается дельце. Я недалеко от гаража Себа. Поторопись. Итак, всем привет, дамы и господа, меня зовут по-прежнему Эдди, и у нас на очереди интересная миссия за Фила. В этой миссии будут небольшие перестрелки, но куда же без них? Ну ладно, я не буду пока сильно спойлерить, и давайте мы подъедем к Филу, он нам расскажет свой безумный план. В этой миссии мы должны украсть какой-то чип и отдать его профессору. Так, по-моему, вот сюда. Да, Фил находится где-то рядом с гаражом Себастьяна, насколько я понял. И нужно ехать в сторону Себастьяна. Миссия сама по себе короткая, в основном тут время занимает разъезды, переезды. То туда поехать, то сюда поехать. Но, в принципе, как обычно, в GTA, вообще во всех GTA переезды играли больше всего времени, но... Наверное, это и правильно, хотя я не знаю, кому как. Я всего лишь рассказываю, что я заметил. Ну ладно, вот тут дом можно купить какой-то. Я уже, кстати, купил дом. Купил дом в центре Island City за 25 штук. И у меня же денег осталось немного. Всего лишь 18 тысяч, как вы видите. Так, мне бы сейчас не потеряться в этом городе. Городе обмана. Блин, хотя я уже неправильно еду, по-моему, да? Так. Да нет, все. И да, можем оружие и броню не покупать, так как рядом с Филом будет бронька и М4 автомат. Так сказать, сэкономим деньги на оружие. Все, по-моему, мы уже приехали, да. Сейчас приедем и услышим его план. Блин, что за машина дикая? Так, вот он стоит. Отлично. Привет, Фил. Что за дело? Вот на той крыше скоро будет сделка по продаже какого-то микрочипа. Еще чуть-чуть. Поехали, Сиджей. Так, стопэ. Я что-то тупанул и заехал не туда. Ну так, что-то я пропустил заставку. Наверное, вы не обидитесь, то, что я ее пропустил. Мочи их, Карл. Мочи их. Мочим, блин. Что я делаю? Перестрелка такая средняя, можно умереть, конечно же. Но стараемся прятаться за этим. Блин, уже плохо мне. Ага, все отлично, еще последний враг остался, но где он? Черт его, подрал бы. А вот. Отлично, теперь собираем эти вещички, их чемоданчики, а вот. И все, и валим, садимся в этот, не знаю, что это такое, ну ладно, садимся на эту херню и валим отсюда. Все, супер, считайте, что миссия пройдена, осталось доехать до места встречи или просто куда мы сейчас едем, я не помню, ну ладно, так. Наверное, сюда. Опять эти дороги запутанные. Никак не могу привыкнуть к ним. Так, может сюда куда-то? Надо лучше на карту посмотреть, я так думаю. Нет. Хотя да. Прямо и налево. Нужно выехать с центра и... Ну да, все логично. Везем Фила домой. А он живет тут где-то за городом, так сказать. Не в центре.
Вот я пока что заметил, в центре живет только Себастьян. А профессор и Фил, они тут в окрестностях. Но ничего страшного. Тоже довольно-таки неплохие места для бытия. Хотя чего я уже несу? Ну ладно, заезжаем на маркер и смотрим, что нам скажут. А нет, ничего не сказать, 30 тысяч дали. Отлично, поделили прибыль пополам. Ну что, вот такая миссия. Всем спасибо и всем пока.